у нас сегодня посещение в Копольском районе, деревня Грозово, усадьба Миржевских, построенная она в второй половине 18 века, была разрушена, сейчас находится на реконструкции, мы вот решили подойти посмотреть, как она выглядит, но попасть мы туда, наверное, не сможем, вот, зато, может быть, полетаем. Друзья, дальше увидимся, всем успехов! From a place of hardship to a place of ease, comes a place of flourish. In return, it's for a reason that I couldn't say it. Yeah, I don't find time to debate if I deserve growth, or if maybe I should preserve coping by hating you. I don't hate you. Туда не удалось залезть, там оказывается строительная площадка, проводится реконструкция, поэтому полетаем на квадрокоптер, что попробуем вам снять, так что наслаждайтесь. Друзья, мы продолжаем отдыхать, Полина улиток собирает, да, покажешь? Вот, вау, сколько у тебя улиток, супер класс. Да. Мы услышали там вдалеке журчание воды, и, скорее всего, там водопад красивенный. Мы пойдем посмотрим его, да? Да. Отлично. Пойдем, пойдем посмотрим. Может, получится еще тоже здесь поснимать. Что ты сказал? Что... Пойдем, пойдем. Ну, просто. Классно, супер.